Время от Рождества до Крещения называется святками. Одна из народных традиций – устраивать в эти дни посиделки. Театральный кружок «Бонифис» для людей старшего возраста порадовал новой сказочной постановкой. С актерами-любителями перед представлением встретилась наша съемочная группа. Я сегодня играю воеводу, который, вот царевна, которая всех отвергла, а меня выбрала. Надеть парик, водрузить корону, поправить грим. За кулисами суета и волнение. До выхода на сцену несколько минут. Вот уже 10 лет, как актеры преклонного возраста с куражом, свойственным юности, дарят зрителям жизнерадостные спектакли. Лишь однажды мы замахнулись на постановку «Зори здесь тихие». По этой пьесе мы делали лишь отдельные отрывки. Сказали, что неплохо получилось. А в основном мы ставим... Воспроизводим сказки прикольные, те, которые можно показать на Новый год, так, чтобы это было весело. Какие-то таланты объявились. Потом у меня внуки тоже стали в театральном, и что-то мне захотелось тоже попробовать. Попробовала, получилось. Уже не первый спектакль. На этот раз постановка называлась «Как царевну замуж выдавали». В недалеком царстве, в славном граде-государстве, жил-был царь. Балагун и свистопляс. Педагоги на заслуженном отдыхе, медицинские работники, инженеры от 60 лет и старше. В главных ролях исполнители, которым ближе к 75. Настоящая театральная жизнь у них началась только после выхода на пенсию. Я всегда завидовала тем, когда кто выступает, и думаю, а я смогла бы вот так вот сделать или нет. Молодая, интересовалась. Но вот когда вышла на пенсию, когда уже время много прошло, и получилось так, нас пригласили в этот театральный кружочек. И так понравилось, мы с таким удовольствием, мы здесь себя чувствуем, ну, хорошо. И болезни отступают от нас. Верные поклонники из числа посетителей Народного университета активного долголетия с нетерпением ждут каждого спектакля. Выход на сцену для нас праздник. Мы не пропускаем ни одной премьеры. В творчестве возраст не главное. Важна искра жизни. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости. Муром.